Израильтяне отмечают Рош-Ашана, еврейский Новый год. А вслед за ним нас ждет целая череда еврейских осенних праздников. Веселых и радостных. Это компенсация за опасения и сидение в бомбоубежищах, которыми в основном многим запомнился ушедший год. Что тебе запомнилось больше всего вот в уходящем году? В уходящем году война. Последняя война, которая была на юге. В основном война. Ничего не поделаешь, это было недавно. И еще я помню единство нашего народа во время войны. Все были вместе, и это было очень хорошее ощущение. И это для меня действительно самое главное из того, что было в прошедшем году. Единство народа Израиля. У меня есть внучка, 14 лет. Они, дети, собрали деньги, купили разные вкусные еды и поехали в больницу Шиба угощать солдат. Я не видела такого уже много лет. И в этом сила народа Израиля. Сила народа Израиля и в его неиссякаемом позитиве. Несмотря на все напасти, войну, экономические убытки и дороговизну, израильтяне чуть ли не самые счастливые люди в мире. В сентябре Jerusalem Post опубликовала данные опросов исследовательского центра Pew среди населения 44 стран. По удовлетворенности тем, как идут дела в стране, Израиль вышел на второе место после Германии, обогнав Великобританию, Японию, США и Южную Корею. Отличный год, слава Богу. Были хорошие вещи. Была война посередине, но все хорошо. Я надеюсь, что мы будем счастливее в нашей стране, что станет еще лучше. В общем, нам хорошо. Да, у нас мало тревог, это точно. Тревогу в эти дни пробуждает традиционный шафар. Ведь Рош-Ашана не только радостный праздник, но и серьезный рубеж. Веселье, гранаты, яблоки с медом – все это вместе с тревогой. Какую запись я заслужил в книге судеб? Что там не уготовано на следующий, уже 5775 год? Но главные надежды все равно связаны с нашим общим домом. Что встанем утром, включим радио, а оттуда вместо плохих новостей – пение птиц и Моцарт. Чтобы был классный год, поменьше целый адом воздушных тревог. Чтобы жители юга жили в покое и мире. Самое главное, чтобы народ оставался сплоченным, чтобы мы были вместе. У меня нет иллюзий по поводу политики или мира. Все будет так же и в следующем году. Надеюсь, что людям будет легче купить квартиру. Это очень важно, в том числе для моих детей, которые пока не могут купить. Но чтобы мы продолжали делать то, что делаем. Мы делаем хорошую работу. Народ Израиля ушел на заслуженный осенний праздничный марафон. Шана Това, дорогие друзья! Сладкого, успешного вам года и хорошей записи в книге судеб на следующий год. Элла Казакова, Гидон Дубинский, специально для RTN, Израиль.